Приветствую вас, друзья мои, с вами Садриддин. Сейчас, пока моя большая картина должна остаться немного, чтобы краски немного подсохли для следующего сеанса, я хочу написать акварельную живопись. Мой внук попросил, чтобы я ему написал картину, сюжет из «Ромео и Джульетта». Они сейчас, оказывается, это изучают в школе. Я вот нарисовал, посмотрел отрывки из фильма «Ромео и Джульетта». Вот можете посмотреть. Я нашел в компьютере. И вот этот эпизод я нарисовал на бумаге. Мне это понравилось очень, этот момент истории «Ромео и Джульетта». И хочу я это нарисовать. Я использую, как всегда, краску профессионального качества компании Daniel Smith. Сегодня я пользуюсь сейчас, в данный момент. Картина небольшая, поэтому использую дорожный набор. И заодно хочу протестировать вот эти вот кисти, дорожные складные кисти. У меня это 12 размер, есть 8 размер вот. И есть 4 размер маленький. Вот я сегодня постараюсь с этими тремя кистями работать. Ну, как принято в акварельной живописи, начинаем с самых светлых тонов. Здесь вот у меня будет полумесяц, восходящий месяц, то есть не полумесяц, а месяц. Вот я его хочу сначала дать ему цвет, покрасить месяц. Блудстон есть. Вот блудстон использовать буду. Для камней. Ну-ка попробуем. Так. Я вот продолжаю делать подмалевок, и вдруг обнаружил, что я так сильно погрузился в это увлекательное занятие. Видимо, я всем своим существом проникся в этот сюжет «Свидание молодых». И я забыл, что у меня камера, оказывается, не была включена. Камера у меня не находится постоянно включенной, я временами включаю, отключаю. И я так погрузился, что забыл, оказывается, включить камеру. И вы уж простите меня, что не смогли увидеть процесс создания ночи, ночного вида. Мне теперь осталось нанести листву, лунный свет, просачивающийся между ветвями, сделать затем уже обработать, значит, фигуры Джульетты и Ромео. Так что теперь я продолжаю постепенно. Если опять не забуду, когда отключу камеру, и заново включить, если не забуду, то будете видеть последовательно.
Я еще сверху нанесу листву, но вот эти вот пробелы я хочу обязательно, блики, которые остались, бумага, белая бумага, она тоже красивая, но это ночное время, поэтому я хочу эти блики сделать желтыми от лунного света. И они останутся, когда буду наносить листву, они останутся, постараюсь не закрасить. Так, вот как-то мы ночную ситуацию изобразили. Я сейчас работаю при искусственном освещении в вечернее время, поэтому хочу, значит, Ромео и Джульетту завтра при естественном освещении, значит, нанести на них краску. Поэтому я это оставляю пока на завтра. Ну вот, друзья, работу я закончил. Как получилось оценивать вам, а я свое дело сделал. На этом все, друзья мои. Пока-пока, до свидания. С вами был Садриддин.